новом шедевре, который хочется поставить опять в Пензе, да, о задумке, о ее воплощении? Вы знаете, так о не сделанной работе не говорят, о шедевре. Так в театре не говорят. Из суеверия, из того, что всегда вот стараешься, весь коллектив трудится, а коллектив очень много трудился, очень много там было выявлено талантов. Никогда не знаешь, надо, чтобы что-то такое еще, какое-то чудо произошло, чтобы это был не шедевр, но чтобы зрители хотя бы сплакнули, потому что это очень серьезная работа. Это работа о войне, и она сделана от чистого сердца. Собраны лучшие песни военных лет, поэтому это не может не достучаться до сердца, я надеюсь. Ну и мы старались, естественно, все это облечь в такую форму, чтобы это было выразительно и ярко. Почему выбрана пьеса «Жди меня»? Вы знаете, о войне ведь очень много написано. Очень. Но вот эта история, она такая трогательная, она такая вечная, это вечная тема. Потому что вот все говорят, вот пусть и сын, и мать скажут, что нет меня, пусть все друзья устанут ждать, сядут у огня, да, вот это пронзительное стихотворение Симонова. А вот она ждет, она верит. И вот эта вера, она, конечно, в нашей жизни и в войне, и в мирное время. Эта вера людей делает чудеса, спасает людей, ведет нас вперед. Поэтому это одно из самых замечательных произведений, которое, естественно, будет вечно. Как-то определить однозначно жанр постановки можно? Вы знаете, это такое театрализованное представление. Театрализованное представление, оно все-таки, так как я оперный режиссер, все-таки оно тяготеет к оперному жанру больше. Просто мы решили скромнее назвать это театрализованное представление. Но зрители, которые придут, они погрузятся в это, я надеюсь, и они увидят настоящий спектакль. Предстоит много репетиций, да? Очень много уже проведено репетиций, еще будет сделано. Сейчас самый интересный момент, знаете, я очень люблю этот момент, когда выходишь на сцену, и все темно, и что-то, люди ходят, потом раз, прожектор, свет, лучик света появился. У нас будет видеоряд очень интересный, который специально сделан. Картинка появилась, запели. И вдруг все вместе соединилось, и вот это волшебство театра, это самые интересные моменты. Как оценивать наших артистов? Все, вы знаете, они молодцы, обязательно получится. Потому что, во-первых, мало того, что все трудятся, мало того, что одаренные люди, но они делают это от чистого сердца. Знаете, на репетициях кто-то плачет, я говорю, сделайте так, чтобы зрители плакали. Вы сами должны мужественно это все играть очень. Так как это все от чистого сердца делается, я думаю, что должно получиться. Не может не получиться.